Кот Арчи открывает парикмахерскую. Ой, кот, я же просила только височки и челочку, а ты что делаешь? Кот, а ну быстро мне вставил волосы назад, себе приклеил. Ням-ням-ням-ням-ням, кушай, кушай, кушай. Кошка, у нас новое средство против склероза, подними животное. Че, кот, правда от склероза вылечит? Бабка, ты что-нибудь видела? Включаем его и запускаем. И... Ты будешь теперь похожа на терминатора. Мне нужны твоя одежда и мотоцикл. Бабка, прими таблетки. А вертолет еще нет? Я кот, какие мотоциклы? Бабка, извиняйся. Я очень люблю, говори, кота Арчи и буду кормить его 8 раз в день. И смотрите, пираты Карибского моря попадают в холодные условия. Закрываем дверцу. Бабушка, отдыхай, тысяча чертей. Где твоя шпага? Кот будет защищаться. Берем шокер. Бабушка, на тебе. Что ж, котика, бабушка, подними кису. Иди ко мне, мой Мурзичик. Меня Арчи зовут. Ну не Мурзик. Бабка, ты почему за мной не убираешь? Фу. Держи какашку. Бежим. Добро пожаловать в нашу клинику кота Арчи. Откройте ротик, скажите «а». Кот, ты точно доктор? А? 100%, бабка. Горлышко красное. Зубы появились. Очки наденем. Не спи только, подожди. Так, надевай. Ну что, я похожа на Влада А4? Не, бабка, не похожа. Вот так похожа. Все, вот так 100% Влад. Не трогать. За хлебницей обижать нельзя, кота. Что ты мне тут глазки строишь? А что мне тебе кооператив строить? Котик, зубы, вау. Теперь моя очередь тебя кусать, кот. Кот, у меня зубов нету, ты что, забыл? Как тебя постричь? Наклонись. Мне височки только подровнять и челочку, совсем чуть-чуть, кот. Сейчас, смотри, это возврат памяти и возврат в прошлое. Итак, разгончик. Так, он включен? Включен. Смотри, прыжок из-под купола цирка. И лечим бабки, вырастают волосы, заново возвращается память. Ну что, летим, полетели. Мне так даже больше нравится, потому что не жарко. Бабка, тебе лучше в зеркало не смотреться. Да, пожалуйста. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. У кота и бабки обновление, всем привет! Привет, друзья, вы навалили шкапы! Бабушка, порядки навыш, молодец, позаметай. Так, а мы пока, вау! Новый ковер! С динозавром! Можно его подрать. Пожалуйста. Что тут еще есть нового? Побежали посмотрим. Побли. Ребята, крутое обновление, что появилось? Ой, бабка, привет, расскажи, что нового? На ручки возьмешь котика? Бабушка, подними кису. Иди ко мне, мой Мурзичик. Меня Арчи зовут. Ну не Мурзик. Вообще, хоть бы раз бы имя кота запомнил. Вот это оно. Блокаут. Ребята, видели? Прям свет погас очень быстро. Так, давайте смотреть, что тут появилось. Ребят, поддержите лайком эту серию. Спасибо за ваши пальцы вверх. Очень-очень они нам помогают. Новый стол я уже вижу. О май гад, новый стол. Новый телевизор. Новые, нет, там какие-то кадры были новые, или мне показалось? Новые передачи. Ой, бабушка, привет. Воу. Добро пожаловать в нашу клинику кота Арчи. Откройте ротик, скажите «а». Кот, ты точно доктор? А? 100%, бабка. Горлышко красное. Зубы появились. О! Ребята! О май гад! У бабки зубы появились. Ты что, зубы себе вставил? О, господи. Ха! За язычок царапнули. Yeah. Дай очки поносить. Ну такая злая. Прикольно. Ты что злишься? Подожди, только сковородку не бери. Фу. Бабка, как ты в них что-то там видишь? На глаза глянь. Бабушка, прости, носи сама. Мы в них все равно ни черта не видим. Обрадовалась. Ну ладно, и напоследочек тебя цап-царап. Побежали! Бежим, бежим, бежим. Убегаем! Смотрим, что появилось нового. Печка та же, духовка та же, духовка? Вроде ничего не появилось. Шкафчики? О, шкафчики, много новых предметов шкафчика появилось. Ой, она бежит. О, это мой лоток! Бабка, ты почему за мной не убираешь? Фу. Держи какашку. Бежим. Кот Арчи спас... Ой, смотри, ручка. Ауч! Не успел ты. Ручка. Блин. Там было написано фридж. Это холодильник. А значит, в холодильнике что-то. Так, а что теперь у нас холодильник с под шкафа открывается? Ноу-хау. Спасибо разрабам. Друзья, ставьте лайк. Погнали. Так, новые ковры, новые эмоции бабушки у нас тут. Мульт? О, а что, может, новые какие-то каналы появились? Поклацаем. Так, этот кот был на деревьях, я точно помню. Что за нафиг? Бабушка, сколько можно смотреть одних и тех же котов? У тебя разовьется это какая-нибудь там болезнь. Там собака! Собака! Бабка! Ты чего? Собак смотришь? Баб. Посмотри! Баб. Я же лучше собаки! Бабка, не смотри всяких собак. Знаете, дай сюда очки. Не смотри больше. Так, мы тебе новые дадим. Я там видел, на столе лежат. Давай. Вау. О, да. Офигеть. Какие они хиповые.
Пойдем. Бабка, ты сейчас в ТикТоке наберешь квадратиллион просмотров, я тебе обещаю. Сейчас мы тебе очки наденем. Не спи только, подожди. Так, надевай. Ну что, я похожа на Влада А4? Не, бабка, не похожа. Вот так похожа. Все, вот так 100% Влад А4. Ребята, как вам? По-моему, один в один. Вообще. Так, выключаем телек, бабка, тебе пора уроки делать. Уроки? Побежали. Так, что еще появилось? А моя книжка. Книжка. Челюсть! Это вампир! Слушай, Лера, клац-клац, я вампир, я себе не могу. Бабушка, бабушка, иди сюда. Подними котика на руки, я тебе зубы вставлю. Опа. Открой ротик. Скажи «а». Опа! Ты что роняешь? А, нельзя, там вторые. Блин. Баб, получается, смирись. Можно только, когда нет зубов. Бабка, ты прости, я сейчас обтрушу их, они по полу повалялись чуть-чуть. В волосах слянца. Ну, типа да. Да, во рту такой будет неприятный. Робот! Робот старый. Так. Дверь открывается? Не знаю. Давайте походу посмотрим. Нет. Блин. Не открывается. Что так, еще есть? Что еще? Нет. Короче, дверь была неактивна. Тут можно... Бабушка, бабка, расскажи, что нового появилось. Подними. Иди позаметай. Это шарики там только не лопай. Так, пошли. Видели, ковры все новые. Посмотри, клево. Новые стулья. Новые лавки появились. Обалдеть. Лавки? О. Мы в парке. Бабушка, ты куда пошла? Может, за ней проследовать? Может, она знает, где выход? Как нам отсюда выбраться? Окно. О, бабушка, у меня есть идея. Давай мы тебя покормим. Так. Нет. Давай. Нет. Сейчас. Нет. Бабка, ты за мной не убираешь. Куда мне это девать? Сам кот выносить на улицу не может. Ты его не пускаешь. Поэтому мы тебе сейчас будем делать фирменное блюдо. Бабушка, иди. Я тебе на стол накрыл. У кота Арчи очень вкусная нямка. Сейчас, чтобы она не догадалась, присыпем чуть-чуть. Да. Чтобы... Вообще не видно. Беспалевно, все? Ребят. Чтоб все. Чтоб потомилась. Ох, класс. Бабушка, иди пробуй. Красота. Надеюсь, она не догадается. Это фу. Это большущее фу. Ладно, ребята. Фу. Ну что, когда уже будет обновление? Бабка, когда ты нас на новую дачу свою повезешь? Мы очень хотим. Грандулету и разноцветным домам твоим тем прикольным. Там это кошки мои, все подружки, наверное, будут. Новая кошки? Кухня. Да. Наверное, там тоже... Там машина есть. Весь лоток закаканный. Так, опа. Ай, она как раз увидела. О, господи, шум. Посмотрим на ее эмоции. Посмотрите, ребят, этого не было. Бабка, у тебя очки вверх ногами. Это я вроде одевал. Это просто это эмоция злости с головоломки. Вот именно. Идет, нет? Злости пришли. Посмотрим, что на втором этапе. Пошли. Обои. А-а-а. Бабка, ты что, стены окно? Покрасила? Посмотрите, они зеленые. Они не были зеленые. Не были. Нет, и картина новая. И окно есть. Бабка, ты что, нас надурить хочешь? Типа сделать вид, что ты тут обновление сделала? Мы все равно хотим с этого дома сдрыснуть. Мы хотим в твою новую квартиру. Но по телеку показывают что-то новое. Это какая-то новая игруха от разрабов или что? Походу. Бабка, ты что тут тихо? А что телевизор, кстати, на полу? Он вот же запылится, выключай. Ты что? О! Вау! Видели, там что-то на верхней полке стояло? Так, ладно, пойдем сейчас разбираться с нашей бабушкой. Бабушка, мы пришли. Ой, такой орёт. Бабка, ты где? Бабушка? Что за нафиг? Где бабушка? Бабушка. Бабушка, ты куда делась? Бабушка, ты где? О, Лера, видела, какие очки классные? О, вот эти. Супер! Бабка, мы тебя сейчас примерим. Подходи, мы тебя на кухне не заметили. Ты там такая маленькая стояла. Вообще. Подходи. Бабка, очки, смотри, какие красивые. Нет, не бей кота! Ну, очки. Очки же были красивые. Блин, они у меня потерялись. Все. Надо опять идти брать. Бабка, как залазим. Ты могла? Бабка, как ты могла? Ребят, поддержите лайком эту серию. Спасибо за ваши пальцы вверх. Очень-очень нам помогают. Так. Вот такие очки. Берем все. Очки. Статуэточка, кстати, по-моему, ее не было. Кот в зубах несет тебе очки, бабка. Подними. Давай. Животное. Подними животное. Подними. Подними кота. Подними. Ну или присядь хотя бы, бабка. Не буксуй. Спасибо. Поднимай животное. Все, бабка, ты будешь теперь... Похоже на Терминатора. Мне нужны твоя одежда и мотоцикл. Бабка, прими таблетки. А вертолет еще нет? Я кот, какие мотоциклы? Прими таблетки. Так. Давай, открой. Ничего нового, не работает. Вообще. Да попасть... Ты же попасть не могу. Попади по кнопочке. Кот криволапка. Ну все. Так ладно. А что это был за рычаг? Что будем еще делать? Раз. А, вот рычаг, кстати. Давай пойдем попробуем. Пойдем. Вапауч. И холодильник. Что? Что-то с холодильником происходит? Холодильник решил... А, он вернулся? А что он вернулся? Подожди, давай посмотрим, какой он был и какой он стал. Нажми. Нажал. И что? И что? И что? Боюсь. Что с холодильником? Ничего. Заходим. Что нового в холодильнике, ребят? Бобка, ты что, все продукты съела? Одних баклажаны остались. И две бутылки минералки. Ну, да. Нафиг тебе. Ой, курочка. Курочка осталась.
Да, специально кстати, для нас. 100%. Пойдем приготовим себе что-нибудь покушать. Ребята, нас бабка опять не кормит, представляете? Пошу. Нужно себя самим спасать. Бедный кот Арчи уже без сил, еле допрыгивает до микроволновки. О, сосисоны, кстати, их не было на столе. Бабка, появились. Ты, блин, за столько месяцев этой игры только сосиски разморозить решила? Ну да? Ты молодец. Вставляем. Все, у меня будет теперь мясной обед. Все, теперь ждем. Приготовилась? Бабку кормить будем? Да нет. Фики с маслом, сами съедим. Мы не ели. Открываем. 2 года. Курица такая же жареная. И ой, что соленая такая? Нафиг. Так, сосиски. А с чем сосиски? Бабка, это фигня, а не сосиски. Они давно у тебя тут стоят. Ты когда их с холодильника достала? Небось, неделю назад? Так, что у нас нового? Книжка, почитаем. Ага. Почитаем. Книжки вроде эти все были. Бабка. Бабушка, уиу! Ложись спать. Ха. Бабка, ты в очках? Да, в моих очках ходит. Да, точно, смотри. Ты почему она слепая? Вау, она зубами клацает. Бабушка, повторяй за мной. Ой, смотри, могу лапку засунуть. Так, бабка, извиняйся. Я очень люблю, говори, кота Арчи и буду кормить его 8 раз в день. Побежали. Все, это было обещание. Мы сказали за бабку. Бабка, все, если что, у нас записано на диктофон. Побежали. Так, мы тебе потом. Ой, кстати, это лазалка. Нет, она... Бабка, бабка, спокойно. Она не ударит нас? Ударит, она очень хочет. Бабка, пожалуйста, что, она мне что, за хвост держит? А, ушла. Так, что у нас нового наверху? Появилось что-нибудь? Пойдем залезем. Ну, может, там, друзья. Я не могу что-то вообще карабкаться. Что происходит? А, лапка застряла, ёпс тебе. Так, залазим. Прыгаем. Прыгаем. Что бабка, там? Хоть бы холодильник открыл. Что там такое? Что там такое? Ха. Пошли туда. Прикол. Там весело. Воу. Шарик и шокер. Шокер! Это шокер, ребята! Бабка, тебе хана! Бабушка, ты попала в сказку. Тебе сейчас сковородка покажет. Пожалеешь о том, что она сковородкой дубасила. Но ковры красивые. Молодец. Морские такие, лесные. Спасибо. Так, ну что, попробуем на бабушку. Бабушка, мы пришли. Так, это, короче, новое средство по лечению от склероза и возврату памяти. Бабушка, подними животное. Я хочу ей прям сделать элитную лоботомию. Бабушка. Сразу прям в голову. Мы хотим. Бабушка. Бабушка, подними животное. Бабушка. Бабушка. Бабушка, у нас новое средство против склероза. Подними животное. Че, кот, правда от склероза вылечит? Бабка, ты что-нибудь видела? А может так? А может вот так? Может вот так? Ну что, бабка? Блин, что же я наделал? Как ты мог? Она что, на меня упала или что? Бабка, получай. Отойди. Уйди от меня. Ну что, вернулась память? Походу нет. Блин. Так, это типа она сделала. Бабушка. В ручку дай. Ладно, побежали по лазим. А если это делать рыбкам? Рыбкам? Как поймать? Рыбкам. Вау! О май гад! Джек Воробей! Шапка Джека Воробья! Бабка, фига себе, у нас пираты Карибского моря! И так. Шокеры. И смотрите, пираты Карибского моря попадают в холодные условия. Закрываем дверцу. Бабушка, отдыхай, тысяча чертей. Где твоя шпага, я не могу понять. Где твой мушкет, где это все? Где пистолет? Где твой корабль? Где эта черная каракатица? На тебе. А тапочки не снимаются, кстати. А что если в пуп? Ого. А если в пуп? Бабка, рентген. Все, внутренний мир бабушки. Бабушка, это если что ты сделала. Так, ладно. Сама себе. Ой, вау, вау, вау. Тихо, подожди. Не так. Бей животное. Нет. Рыбка? Рыбка, ты зачем рыбку обижала? На тебе рыбка. Убежали. Не, кот будет защищаться. Берем шокер. Бабушка, на тебе. В колено. Прям в колено. Обезвредили бабулю. Браво. Да, проснешься, если что, это ты. Погнали. Короче, что тут еще нового появилось, друзья? Посмотрим. Как так быстро ты очнулась? Шо, бабушка. Подожди, не, мы пошутили. Мы же хотели тебе память вернуть. Да, мы хотели как лучше. Кот Арчи заботится о здоровье своей хозяйки. Склероз тебе хотел вылечить. Бабушка, нет, пожалуйста, бабушка, не надо. Мы же даже лапки подняли вверх, а ты все равно вредина. Ну, конечно, мы ее током шибанули. Может, она вообще нас не помнит. Ай-яй-яй-яй. Тихо, не иди. Он идет. Чик-чик, мы в домике в деревне. За хлебница чур не трогать. За хлебница обижать нельзя кота. Что ты мне тут глазки строишь? А что мне тебе кооператив строить? Да, хотелось бы. Вау! Что это? Все! Это, короче, не тот холодильник открывается. Я понял. Бабушка, мы придем. Бабушка, давай мы тебя покормим чем-нибудь. Короче, кот Арчи научился, как открывать холодильник наконец. О, зубы. Вампир. Слушай, бабка,
Я же в тот раз не смог представить. Монстры на каникулах. Потому что у нее были старые зубы, а сейчас у нее нет зубов. Может быть, получится. Бабушка, садись. Подними животное. Подними животное. Кот хочет помочь тебе зубами. У меня есть твои зубы новые. Ты будешь как граф Дракула, только лучше и постарше. Не, граф Дракула сколько ему там? 1000 лет? Да. Ну, бабушки наши примерно столько же. Бабушка, сколько тебе 1000 лет, признавайся? Ну. Так, садись. Добро пожаловать в нашу элитную стоматологию от котика Арчи. Откройте ротик. Зубы, вау! Теперь моя очередь тебя кусать, кот. А ну-ка, бабка, попробуй. Открывай ротик, таечки. Надо ее раздраконить. Слушай, она вообще у нее один глаз другой подозревает. Бабушка, это кот. Давай. Это мы. Кусай меня. Вау! Ай-яй-яй-яй-яй! Она злая! Она реально с зубами Дракулы! Офигеть! Это вампирюга! Бабушка, calm down! Слушай, а как она без очков ходит? Она что-нибудь видит? Слушай, да. Она без очков отлично видит! Ты придуриваешься! Бежим! Ты нас все это время обманывала! Мы-то думали! Папка, когда ты за мной лотки уберешь? Уже воняет на всю кухню! Сколько можно над котом издеваться? Так, сейчас надо в тостера в нее кинуть! Ай! Ёпсь! Я застрял в тостере! Бабка, сними тостер с лапки животного! Лапка застряла! Бабушка! Бабушка! Бабушка, пожалуйста! Слушай, а если включить? Интересно, я поджарюсь? Не снимается ни черта! Горшок? Нафиг! А горшок снимается. О, включаем воду. Сейчас мы сделаем эпичный бубух. Смотри. Давай. Интересно, что-нибудь получится. Подставляем лапку с тостером, включаем его и запускаем. И... Воу! О май гад! Ребята, мы ожили! Мы самоубились в раковине. Представляете? Такое бывает. Так, ладно, бабушка. У бабушки теперь появились зубы. Она наверняка сможет скушать помидор. Точно. Даже такого размера. Да. Так, бабка, сейчас мы тебя покормим. Мы ее заставим. Запрыгиваем. Бабушка, открой рот. Открой. Зубы есть? Зубы есть? Бабка, помидор. Бабка, вкусный. Бабка, куда ты смотришь? Бабка, мы тут. Кушай помидор. Ешь. Кот, у меня зубов нету, ты что, забыл? Как нету? Мы тебе вставили, бабка. Жуй, грызи. Все, ешь. Ну что ты за... А, наверное, большой кусочек для нее. Блин, порежь. Сейчас порежу. Так. Поджарим, порежем. Конечно. И приготовим как в пятизвездочном и ресторане. 100%. Просто будет персик. Тихо, тихо, мы тебе готовим. Что ты это? Не... Бабушка, стой, стой, стой. Не крадись. У тебя тостер погиб в раковине. Что ты меня так смотришь? Бабушка. Вот тебе кушать готовит. Мы тебя сейчас приготовим как в пятизвездочном ресторане. Жареный помидор, он гораздо мягче и приятнее жуется. Особенно, когда порезанный. Да. Так, где у нас, так, помидорку? Всю. С нашего лучшего ресторана. Бабушка, сейчас все будет чики-пуки. Так, надо не забыть порезать. Давай сделаем ресторан. Поджарился. Ох, вкусный. Кот попробовал. Нямка. Бабка, кот Бабка идет тебя кормить. Первый раз в жизни кот кормит бабушку, а не наоборот. Вот именно. Так, давай. Хотя наоборот никогда и не было. Вау, она съела, о, Лера. О май гад, она ест. Ей не понравилось. Тихо, тихо, тихо. Бабушка, мы старались. Бабка, мы так старались, мы так его долго жарили. Что ты злая такая? Я не знаю. Тебе поесть, да? Пошли от нее. Второй этаж. Злая она какая-то. Вот, Лера, про то, что я говорил, смотри. О май гад. Там есть какой-то проход. Пошли. 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 Сейчас. Да, ладно, давай в другой раз. Туда два не дали. Вау! О май гад! Ребята! Ну все, бабка. Тяхана! Кот открывает парикмахерскую. Это бритва, друзья. У нас обязательно, обязательно в следующей серии попробуем залезть в сейф. Напишите в комментариях. Да. Так. Давайте. И что тут у нас? Бабушка! Бабушка, смотри, что я нашел. Зырь, какая приколюха. Так, как тебя постричь? Наклонись. Мне височки только подровнять и челочку, совсем чуть-чуть, кот. Бабка, хорошо, сейчас все будет. Челочку она просила и височки. У нее не было челочки. И височков. Нет, не Бабка, брови, а что, не рот. Хочешь попробовать? Ты издеваешься? Бабка, ты что уронила? Тихо, не злись, не злись, не злись. Уходи, уходи, уходи. Кот, кот-парикмахер понял свою ошибку. Посмотри, ну как. Он такая, блин. Дайте мне очки, я хочу на себя посмотреть. Бабка, зеркало еще рано, мы еще не закончили. Подожди, подожди. Бабушка, нужно еще чуть-чуть тебя посмотреть. Да хватит мне рты свои открывать. Дай. Наклонись. Опусти голову. Не крутитесь в парикмахерской, бабушка Маша. Блин. Спать ложись. Все. Вообще непослушная, не слушается меня. Так, кот Арчи открывает парикмахерскую. Ой, господи, я их этот гульку отпилял. Кот, я же просила только височки и челочку, а ты что делаешь? Височки и челочку плюс 2. Мы делаем из тебя просто балди, бильярдный шарик. Мы... Круто! Обалдеть, ребята! Полностью состригли все у бабушки.
мы бабушка, тебе постригаем бабушка, интересно, что будет, когда она проснется? Это ржака! Она на нас обидится. Бабка, принимай работу, с тебя $50. Бабка, проснись. Поговори с нами. Бабка, пожалуйста. Что у нее с лицом, она что, коня двинула? Вставай! Бабка, пожалуйста. Говори со мной, пожалуйста. Да сейчас нас... Скажи что-нибудь. Скажи, что я живая. Бабушка. Надо ее тащить в больницу, Лера. Точно. Погнали. А разве мы не доктора? Сейчас. Нет, ну не настолько же. Она реально в сознание не приходит, смотри. Бабушка, пожалуйста. Может, я ей задел какой-нибудь там нерв? Нужно ее тащить, срочно лечить. Потому что это не челочка и не виски. Ой, слышишь, Лера, у нас появился шанс. А что, если мы ей отомстим за то, что она наши туалеты не убирает? Вау, молодец. У тебя есть мысли? Нет. Для этого зубов не надо, бабушка. Пойдем, я тебя покормлю. У меня есть для тебя прекрасная идея. Фу, нет. Я кушай. Фу. Бабушка, ну как тебе, нямка? Будешь знать, как не убирать за котиком? Посмотри, какая красота. Это ужас. Это же как Нутелла. Фу. Бабка, прикинь, сейчас все знания придет и удивится. Ням-ням-ням-ням-ням, кушай. Просто красота. Выпадает. Ладно. Вау! Она проснулась. Кость, а ну быстро мне вставил волосы назад, себе приклеил. Бабка, шокером хочешь? Сейчас смотри, это возврат памяти и возврат в прошлое. Итак, разгончик. Так, он включен. Смотри, прыжок из-под купола цирка. И лещим бабки, вырастают волосы, заново возвращается память. Ну что, летим, полетели. Получилось? Что-то не очень. Помогает гимнасточка? О, господи. Бабушка, вставай. Но гимнасточка. Слушайте, ребята, мы можем таким образом сделать бабушке массаж сердца, она вернется к жизни, если она вдруг нечаянно умерла. А я встала! Бабушка? Блин, бабка, прости. Не обижай животное! Мы бросили оружие, убегаем. Ой, она нас простила. Мне так даже больше нравится, потому что не жарко. Бабка, тебе лучше в зеркало не смотреться. Да, пожалуйста. Я тебе не советую просто. Ну возьми кота на ручки. Пожалуйста. Ну пожалуйста, возьми кота на ручки. Ну пожалуйста, ну бабушка. Ой, вперед. Красота. Эу, не роняй животное. Оно нас специально, посмотрите, пранкануло. Это было так больно. Ладно, Лера, пора нам мириться с бабушкой. Ой, она вернулась. Ой. Слушай, баба Маня, мы так за тобой скучали. Прости, что ты сегодня побывала во всех больницах и в парикмахерской. Можно я тебя обниму? Когда мы уже переедем? Открой ротик. Ой, зубы на месте. Просто моя душечка. Вообще. Красота. Моя ж ты зайка. Так за тобой скучали. Ура. Да. До встречи, ребята, в следующей серии. Поддержите лайком, смотрите все видео на всех наших каналах. Валерий Шкама, Максим, Play Games and Family. На наших новых каналах Валерий Кэт, Влад и Лера, Влад и Лера играют, Лина Сим и Валеришка Супер Макс. Все ссылки в описании под роликом. Переходите, мы вас очень любим. И стараемся только для вас. Вы у нас самые лучшие. Всем пока. Пока-пока. Жми на следующее видео, ждем вас там. Пока.